Ищешь самые дешевые робоксы? Тогда быстрее переходи на rbx3.io. Активируй мой промокод КАПАНДА и получай 5% скидки при каждой своей покупке от 100 робоксов. Промокод можно активировать неограниченное количество раз. Оплачивай любым удобным способом, получай робоксы к себе на аккаунт. Переходите на сайт rbx3.io по моей ссылке в закрепленном комментарии или в описании под видео. Используйте мой промокод КАПАНДА и покупайте самые дешевые робоксы только там. Итак, друзья, всем здорова, с вами, как всегда, Бамбукл, Медведька Панда. Ну что, welcome, добро пожаловать ко мне в гости, Roblox Blocks Fruits. Так, и давненько у нас не было опять каких-то багов, ребят. Сегодня будет у нас баг на прокачку. Ну, точнее, может быть, там даже не какой-то баг, это, наверное, какая-то фича. Но для начала, если тем более вы в начале своего пути, если вы только недавно начали прокачиваться, то эта штука вам довольно-таки сильно поможет. Ладно, усаживаемся поудобнее, с меня видосик, ребята, ну а с вас обязательно на удачу там поставьте бамбуковый лайкос. Давайте глянем быстренько, что у нас здесь в стоке. Что там в стоке, ребят, я закидывал обычно в телегу, ребят, но, по-моему, ничего не было. Недавно у нас там спирит был. А, феникс сейчас. Феникс нужен? Нет кому-нибудь? Ребят, короче, залетайте в телегу, когда там китсуны, я всегда выкидываю в телеграм. Ну и также в телеге можно у меня бесплатно трейдиться фруктецкими. Ну и там еще фуловый аккаунт с китсуны. Если кому-то надо, ребят, забирайте, да? Так, ладно, погнали, ребят, разбираться. Короче, в чем суть здесь этого бага? Давайте я, наверное, сразу же покажу вам на квесте. Короче, суть в том, то, что мы можем взять у челика квест, а потом нас, ну это будет точка А, потом нас отправляют в точку Б, где нам нужно убивать мобов. И получается суть в том, что мы от точки А до точки Б постоянно туда-сюда бегаем. Но я вам сейчас покажу прикол, как можно сделать, чтобы не бегать туда-сюда, а сразу же оставаться, ну, грубо говоря, в одной локации в точке Б. Только единственный там момент, ребят, такой, это работает только два раза. На третий раз уже придется все равно опять возвращаться. Скажете, как, Капаныч? Так вот так вот. Для этого нам потребуется фрукт. И не просто фрукт, ребята, а какой-то фрукт с полетом. А также еще и плюс, чтобы был там какой-то дамаг. Я уже проверил. Баг, ребята, рабочий. Действительно приколюшка. Я буду тестировать со смоуком, ребят. Ну, фрукт, дым который, да. Единственное, только я что-то еще с остальными не тестил. Что у нас там еще есть? А, еще полет должен быть бесконечный. Сказал, да, бесконечный полет и дамаг должен быть. Короче, смотрите, в чем суть. У нас тут есть, ну, давайте, наверное, на самых первых квестах. То есть, вот у нас здесь берется квест. Да, здесь мы берем квест, надо там 8 чувачков убить. Либо вот тут вот мы их колупасим, либо вон там. Но обычно где-то у нас вот этот вот квест-гифтер, который дает нам квесты, он где-то рядышком. А бывает так, что далеко, и приходится туда-сюда, туда-сюда мотыляться. Теперь смотрите, как мы раньше делали. Мы брали квест. И шли колупать мобиков. Вон, видите, у меня 8, да? А мы их вот так вот убивали, всякие скиллы, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Теперь мы что делаем, ребят, смотрите. Когда мы берем квест, смотрите, я могу сейчас двигаться и могу прокастовать скиллы. Как только я с ним поговорил, я не могу двигаться. Вот смотрите, я с ним поговорил, все. А нет, прыжок у меня работает, обалденно делать. А прыжочек работает. А, да, точно, прыжок работает. А, но скиллы Z, X, C, V, F, вот эти вот все, я вот клацу, ничего не работает. Левая клавиша мыши, WASD, передвижение тоже. Но я камерой, получается, могу только шевелить. И прыжок, да? И прикол в том, что вот когда мы начинаем с ним разговаривать, в этот момент, за долю секунды, нам нужно прожмякать полет. То есть скилл на F, смотрите. И тогда мы полетим, но у нас останется вот эта вот, ну, плашечка с квестом. Ну, надпись, да? Так, смотрите, хлобысь. Нет, не успел. Погодите, погодите, нажаем на F. Так, F. Во, смотрите, я полетел, я летаю, только единственное, я F не отпускаю. И я здесь могу выбрать любой квест. Райдер, Меркурий, либо Даймонд. Ну, Даймонд это у нас босс. Давайте возьмем вот этого Райдера. А, ну у нас уже есть квест, да? У нас уже есть квест. Смотрите, я сейчас... Как мы стандартно, просто, ребята, их сейчас всех убиваю. Быстренько полетом, кстати, видите, он довольно-таки быстро дамажит. Давайте я сейчас быстренько их убью, убиваем. Сейчас мы их всех в кучу соберем еще, по 900 мы их сносим. И видите, у меня до сих пор висит вот эта вот плашка. Плашка есть, да. Да-да-да, ну, я думаю, вы уже поняли, в чем здесь суть. Мы сейчас их всех убиваем.
И потом мы можем сэкономить время и сразу же активировать еще один квест. Так, сколько я их убил? 5, да? Мне осталось еще 3 штучки. Я все до сих пор жму F. Ребят, видите, баг рабочий. Я летаю, их дамажу. Так, где-то здесь, с этой стороны должен появиться сейчас. Мне нужно еще убить 3 челиков, ребят. Не, вон там быстрее появились. Да, давайте. Видимо, мы вот этих вот первей убили. Смотрите, убиваем еще. Ну, вот как раз. 1, 2, 3. У нас будет 8. Будет 8. Так, челик, иди сюда, красавчик. Братан летит. Давайте все в кучку. Блин, жалко, мобы какие-то медленные. Были бы они побыстрее. А еще тем более, если на квест активировать... Ну, точнее, на квест, на опыт. Двойной опыт, какие НКД активировать. Тогда вы вообще сэкономите. Так, все, смотрите, я квест прошел. Квест комплект. Но я не бегу. Точнее, не лечу обратно туда. Я сразу нажимаю райдер, ребят. Нажимаем confirm. И у нас сразу же активируется квест. Хотя, мы даже туда не бегали. Я опять же нахожусь на этой локации. И опять могу их убивать. Видите, у меня квест активирован. Да, вы скажете, Капаныч, это всего лишь там 2 раза можно сделать, во-первых. Во-вторых, тут близко. Я вам скажу то, что, во-первых, есть где далеко у нас квест-гифтер, который нам дает квесты от этого поля. А во-вторых, если вы еще активируете коды и будете вот так вот за один заход активировать квесты, ребят, вы сэкономите время. На 1-2 там квеста, может быть, не сильно, но можно там как-то сэкономить. Но если вы целыми днями фармите, то это может довольно-таки вам неплохой дать буст, тем более с кодами. Вот, видите, я их убиваю. Единственное, только жалко, нельзя ее как-то забогать. Я не знаю, может быть, как-то можно, чтобы эта вот плашка никогда не уходила. Видите, я второй раз, когда ее беру, она у меня потом уже исчезает после этого. Но, в принципе, понятно, да? Давайте сейчас я попробую еще разок. Смотрите, главное только нажать F до F и потом оп, да, буквально за долю секунды. Нажимаем F, начинается полет и потом левую клавишу мыши. Вот видите, у нас опять квест слева и квест вот здесь справа, где мы можем взять. Главное только не нажимать вот тут вот взять квест, пока мы не выполним вот этот вот, ну текущий, да. Вот такой вот интересный баг, ребят, хотел вам показать, то что подписчики мне там скинули. А если у вас есть еще какие-то варианты багов, ребят, скиньте, я все протещу, ребят. Недавно я еще на фрукты баги там скидывал, на бесконечный, но, к сожалению, он там не рабочий. Все, ребят, если будут вопросы, пишите там в комментариях. Всем хорошего дня и всем пока-пока.